сделали тут дорогу, заборчики поставили, сцену сделали. Наверное, там будет кто-то выступать. Переходим. Перешли дорогу. Смотрите, что, какую красоту сделали. Покрасили древесину в разные цвета, в синий, в желтый. Креативненький подход такой. Вот столько людей сегодня. Что-то мы думали, что сегодня будет базар у нас тут приезжает. Вместо базара мы попали на открытие. А где-то ты должна быть расписание. Вот сделали такое. Я люблю ведратный. Я люблю такие надписи. Сфотографирую. Разом з нами позаду залишився останній дзвоник, який продзвенів в наших школах 31 числа. А сьогодні ми разом з вами даруємо неповторне свято для наших малят. Останній день, коли вони вийдуть на цю сцену і покажуть свою творчість. А чи попереду незвичайно яскраве, насичене емоціями літо, яке чекали так довго наші школярі, літо, яке чекали наші малята, адже сонце і розваги. Друзі і неймовірні пригоди чекають кожного цього літа. І сьогодні також на наших локаціях на вас чекає безліч сюрпризів. Безперечно, біля нашої сцени не тікайте, адже дівчатки теж цілого дня у нас сьогодні біля сцени така небольша ярмарка. Неймовірні подарунки та сюрпризи, тому ми вас всіх чекаємо, підходьте до нас. Это все ручная работа ваша, да? Да, это работа кружка. Ой, все нет, к сожалению. Сами приходите. А это сегодня будете делать с детками, что ли, да? Спасибо, спасибо большое. Неповторно молода виконавиця, зустрічайте Анастасія Святенко! Смотрите, что сделали. Небольшая такая была площадь. И вот сделали лабиринт. Можно ходить там. Яна, а давайте знаем, дети побежали. По лабиринту. Классно. Прикольно будет, когда эти кусты вырастут. Смотрите, там шахматы играют. Это поделки, ручная работа. Кто из бумаги? Что же там делает? Безоплатна правова допомога. Що зробити треба? Це за надання безоплатної сторони правової допомоги. Надаємо консультацію з будь-яких правових питань. Ось адреса центру. Можете звертатися, отримати консультацію. Ага. А можна подзвонити по телефону і проконсультуватися теж, так? Да? То є гарячий номер гарячої лінії, бо тут можна по телефону проконсультуватися. По цим адресам тільки приходіть і консультація очна. Ой, спасибо большое. Очень надо, спасибо. Я маю право. Отримую аліменти. Ось щось там захищає. Тут
щось, кашу якусь роблять. Что-то с пластилина летит. А тут будут что-то готовить. Продают пирожки, бутерброды. Ой, там что-то. О, смотри, повесили такой вот стенд. Знаки, где что находится. Там дальше бювет, мини-футбольное поле, детский майданчик. Все, таблички теперь не потеряться. Вон полиция приехала, если что. Или они там что-то тоже рекламируют? Себя? Следующий модуль обучения где-то интересно уже полотна железной дороги, устройство железной дороги, железнодорожные станции. Каждый модуль завершается диорамой на различной тематике. Все, что в принципе входит в этот модуль, оно входит в ту стоимость, которую разберем на работе. Ремонтные работы везде провели, таблички везде поставили. Теперь понятно, куда, где, что идти, где что находится. От ремонтных работ остались вот такие вот следы, которые не убрали. Раствор на лейках. А там, где рыли траншеи, сделали такие подливную систему. И, по идее, должны фонтанчики как бы такие быть. Сейчас я покажу дырочку, откуда должна идти вода. Вот она. Вот. Дырочка, откуда должна, по идее, вода идти. Вот такие вот ярмарки. Для детишек. И детки могут рисовать, играться, что-то там лепить. Ой, класс. Из глины что-то лепят. Ты теж будешь? Давай. Может, просто такие в руках ще не тримали, тому ти можете ознайомлюйтесь. Давай, помни. Помни. Ігровий майданчик. Куча детей, куча людей, книжечки. Тут какие-то ручные работы. Ага, кукол. Ничего себе, ты лишнего прижал, спасибо. Спасибо. Что было, у вас никого не мать? Что там делают? Мотанки, куколки. Полиция приехала. Они приехали для того, чтобы с ними сделали селфи, наверное, да? Ведешь это блог? А, привет! Привет всем! Сегодня... Дядя Виталик приедет сегодня, как вы думаете? Татьяна, скажите. Кто это? Ключко! Я думаю, нет. Я думаю, нет. Не, говорили, что да, вообще-то. Где горячая вода, что да, 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 да. А не хотите пройти во дворы, посмотреть, да, посмотреть на дороги там? Да, и там, где у нас это. Я не знаю, это делали, интересно, детскую площадку, потому что все время делали. Еще... Но таблички поставили, что не, вчера уже... была не готова еще эта площадка. Может, не ночью, под фонарями, да, под лампочками, под телефонами. А ты одна гуляешь с детьми? Не, я с еще, у меня дети с класса есть, там пару человек. Футболки вам еще. Дима на работе? Не, дома. Я не поняла, что-то на открытие не пришел. Не захотел. Я говорю, как хочешь. Не захотел дядю Виталика побачить. Не хотел. Каже, колись вже бачив, да.
по телеку, то не хватает. А я слышу, кто-то гукает Маша, думаю, кто знает Машу в этом кто парке? Зовет мою Машу? Кто не знает, знает Машу, Машу знает все. Да. И наши детки еще будут выступать. Видишь, там кучкуются пчелки какие-то в костюмах. Тогда будет же куча выступлений, да. Это так долго еще. День, конечно, не такой. Да. Я же думала, как это не выбраться, не посмотреть на открытие. Все правильно, да. Я думала, вы ленточку там будут кофе перерезать. Вы там брали кофе? Пошли посмотрим. Блогер. Да, надо снять. О, давай, мне селфи-палка же есть. Я же селфи-палка, я же не заметила. Опа. Я хочу сейчас нас снять на конюшню. Да, завтра я бежу под Каштановы. Благодійний забіг. І що це благодійний забіг дає під каштанами бігати? Просто пробіжатися. Просто пробіжатися? На благодійність. А кому від цього легше, що ви будете бігати? Комусь допомагаємо. А як? І що це дасть? Грошима, це платний забіг. А ви платите за те, щоб пробіжатися під каштанами? Ми не платили, але за нас заплатили. І що? І скільки стоїть таке мероприятие? 250 чи 500 гривень. 250 гривень з чоловіка, щоб пробіжатися. Так вы всей семьей решили? Ну я и Илья, а Маша постоит, посмотрит. Да, зато Дима на работе. И что ты что? И сколько километров надо бежать? Не знаю еще. Приду завтра, все узнаю. Да. Зібров приехав, спевая. Молодые что-то на то, без волосся, без усів. Скинул, да. Жарко. Леша уже танцует. Видишь, какой Леша довольный. А как ты думала? Привет. Не, ну если буду перепрыгивать через кусты, то эти кусты не доживут. Пластилиновые мандалы, интересно. Таня разговаривает по селфи-палке. Где такая мама? Леша, Таня по селфи-палке разговаривает. Что? Телек смотришь? Не хочешь прийти забрать Машу? А я сейчас, короче, это... Хотя нет, Маша сюда просто к нам прийти. Давай. Ой, он ко мне прилетел. Ловите шпать. Ну и что? Танины детки. На две головы выше, чем Таня. Ну что, Илюши не хватит, чтобы вас двоих. О, видишь, футболисты пошли. На то поле, на открытое поле пошли. Футбольного нового. Дойти к банкомату снимать деньги. Я папе... Если папа пришел, то и девочки пошли. Плечи оголили и гайда. Красотка. Ты что-то говорила? Плечи оголили и пошли, а она их... Молодец. Национальная гвардия Украины. Охрана. Пока. Да, Леша.
столько машин. Машина моей мечты. О, какая она красивая. Какой красивый цвет. Ты шо?